Работа у нас не для каждого. Из-за графика? Сослуживцев. Кругом одни кадавры. Наркотиками баловались? Да. Но это в прошлом. Теперь все нормально. Добро пожаловать. Это вы новенькая? Меган. Загадочный случай. Некая Ханна Грейс. Родственники проводили обряд по изгнанию духов, что ли? Папа. Но что-то пошло не так. Стой! Она возьми да умри. Знаете, как говорят? Если помешать обряду экзорцизма, зло найдет новый сосуд. По мне, кто умер, тот мертв. Навсегда. Думаете, справитесь? Не сомневайтесь. Кто умер, тот мертв. Умер тот мертв. Ты должна сосредоточиться. Только дыши. Кто умер, тот мертв. Кто умер, тот мертв. Кто умер, тот мертв. Навсегда. Тут кто-то есть? А теперь о вас. Что такое? Это рыба. Портал посылает вам открытие. Мы как раз обсуждали открытие интернет-магазина моих поделок. Может. Но это очень серьезней. Вам нужно быть осторожнее. Быть не может. Они шикарные. Вовсе нет. Да ну тебя, шторы из бисера, это круто. Уж уверен. Нам же надо чем-то шкаф отделить, а? Арендованный дом явное кондо. А где Кейн? Это дверь! Вижу, и, кстати, классная дверь. Классная? Да, винтажная и потрепанная. Жуткая? Каждой вещи есть история, а ты считаешь их жутью. Разве не жутко, что дверь в лесу бросили? Ну, людям вечно бросают в лесу разные сокровища. Смотри, а она с ключом. Дверь только нас и ждала. Я хожу по дому, в котором много комнат, и оно меня преследует. Оно? Плохое. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство и сила вовеки. Дверь в лесу.
церкви. Сотни верующих начали поклоняться Антихристу. Итак, святой отец, почему Ватикан отлучил вас от церкви? В 2010 году число одержимых дьяволом стало стремительно расти. И понтифик лично попросил нас изучить обстоятельства происходящего, дав помощь знаменитых священнослужителей с опытом... Изгнания бесов. Демонологии. Зеву, молитвы бесполезны. Ты знаешь, что это? Фотоаппарат. Он фиксирует то, что существует на самом деле. Ты увидишь, что в шкафу нет никаких демонов. Прошлой ночью что-то жуткое произошло с Джоэлом. Недавно умерла его жена, он вел себя странно. Мне страшно за его сына. Не могли бы вы посетить эту семью? Кто вы? Что вы забыли в моем доме? Где ваш сын? Мейсон. Мейсон, эй! Привет! Эй! Что вы сделали с ним? Ваш род проклят. На нем клеймо Абадонна. Это древний демон разрушения, который принимает разное обличие и может вселиться в любого члена семьи. Если не остановить его, он захватит и другие семьи. Только экзорцизм поможет вам. Моя жена поверила священникам, и это ей не помогло. Я должен спасти сына сам. Экзорцизм. Это только начало. Гоняющий дьявола Абадон. Да, чем могу помочь? Я выросла здесь. Позволь мне пригласить тебя на чай. Мне было бы приятно. Все, как ты помнишь. Чище. Ну, можешь осмотреться, пока я ставлю чайник. Жар твоих волос. Угли в январском костре. Я в нем сгораю. Вот, держи. Спасибо. Немного музыки. Прошу прощения. Здесь так жарко в это время года. Все в порядке. Кажется, будто вот-вот умрешь. А знаешь, что говорят про Дерри? Никто здесь не умирает в самом деле. Ну, расскажи, как тебе возвращение в Дерри? Хорошо. Странно. Странно? О, я как раз поставила печенье в духовку. Подожди здесь. Не хочу навязываться, я пойду. Нет, 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 я настаиваю.
Очень милые фотографии, миссис Керш. А это ваша семья? Мой отец приехал в эту страну без гроша в кармане. Чем он занимался, миссис Керш? Отец работал в цирке. Я всегда была папиной дочкой. Ты тоже? Ты все еще его малышка Беверли? Не так ли? Заседание клуба неудачников открыто. Мы справимся, главное держаться вместе. Здравствуй.